Доброго пояса, господа, с вами снова я, Шус. Продолжаем катать в полицию, сынок. Это же полиция. О чем ты говоришь? Детишки, мне нужно отлучиться в автосервис. Отпустите. Блять, в нерабочее время, пожалуйста. Сегодня суд примет решение по поводу опеки над моими детьми. Они плачут и боятся, что мне разрешат за ценой. Я должен... Да, езжай, Хантер, езжай. Ну, тут с офицерами вроде полный порядок. Жалко, конечно, парочка погибших. Пара-тройка по 200 пацанов. Ну, мы этого Чана сейчас на переподготовку отправим. Все будет нормально. Чтобы. Обратно в дело. Я уже начал разбираться в этих треках. Я давно не слушал блюз для мистера Ти. Было бы неплохо. Похороны. Она разбилась пьяной. Нельзя так их хранить. О, Чавес сдала. Очень рад за тебя, девочка моя. Очень рад. Это одна из них. Дальше... мамаша Остин не смогла сдать. Жаль, минус офицер. Уильямс не смог сдать и завалил, минус Уильямс. Что-то хуёвенько, ребят. Я тут понял. У меня минус 2 офицера, еще как будто они умерли, потому что они не сдали. Причем по 300 с хуем. Внезапно не сдавшие. Информатор сообщил адрес одного из самых больших наркопритонов города. В предварительной информации там находится около 3 десятков наркоманов, многие из которых вооружены. За последние сутки 3 человек там застрелили и бросили гнить угол. Нихуя. Надо ехать. Всем участкам. Больше дел нет. Полицейский участок, биржа труда. Ну так. Персонал. Тут минус, там минус. Даже не знаю, что делать в таком случае. Надо нанимать в смену Б. Тебя. В смену А никого не надо, в принципе. Чана на переподготовку заместителя отправьте его, потому что это пиздец какой-то. Да, хочу. Пусть этот мудень идет. После смены учится. Я даже больше скажу. Нам нужно еще нанять кого-то. Хотя слот офицеров всего один остался. Васильев посидит-то еще немного. Ну справитесь там, ребят, ну нужно справиться. Тяжело очень. Компания Атику, слот детектива, слот офицера 22 тысячи. Тайный счет, вечеринка. Не, никаких вечеринок. Все нормально у нас. Мы всем участкам со спецназом, автозаком поехали на одно дело с наркоманами. Начальник, угроза взрыва. Учительница физкультуры заметила подозрительный фургон, припаркованный далеко от школы. Внутри никого нет, но я услышал, как там работают какие-то механизмы, прямо как в кино. Я понял. Сидите спокойно, блядь. Кому надо взрывать вашу школу? В полумраке по углам лежат десятки людей без сознания. Везде разбросаны шприцы и пакетики. Схватить случайного наркомана, начать делать ему искусственное дыхание рот в рот. Оцепить здание, по одному водить наркоманов. Из туалета вылетает голый наркоман с дробовиком в руках, начинает стрелять в потолок. Огонь на поражение. 11-11. При любых непонятных, ребята, действиях с оружием стреляйте на поражение. Главное, что всем участкам поехали, всем участкам разобрались. Я с тебя, кстати, сейчас сделаю это, робокопа. Приготовься, С-чан. Зоопарк. Угроза физическому здоровью. Сейчас ребята доедут, и мы посчитаем. И трек поставим обязательно какой-нибудь. Мистер Ти, может, где там блюз для мистера Ти? Вот он. Поехали. Ой. Угроза физическому здоровью, зоопарк. 4 активистки Альянса «Жизнь без мяса», борющиеся за права животных, пришли в зоопарк с кусачками, стали убирать с клеток замки. Многие дикие животные вырвались на свободу и стали просто... Ебанутые, блядь. Я надеюсь, игра нормально записала, потому что меня только что свернуло. Ебанутые. Опять. Чё такое? Ебанутые, говорю. Езжайте, должны справиться. Вы же профи, блядь. 4 профи поехали. Угроза взрыва, отчет. Бомбы в фургоне не было, только куча антиквариата. Фургон принадлежит старьевщику, коллекционеру. И правда. Кому надо взрывать вашу школу? Мусульманский квартал, вооруженное ограбление. Я раньше вообще видел его. Вызов из магазина халяльной еды. Их касс только что обчистили 2 вооруженных грабителей в масках президента США. Езжайте. Если что, вы на подхвате. О. Один такой, один жмых. По-другому никак.
Мне один человек нужен. Кинотеатр Last Pictures, порча имущества. Несколько человек бьют стекла кинотеатра и срывают афишу входа. Они кричат: современное кино развращает молодежь, достают из сумки к фильму. Сука! Вот это не очень хорошо. Шеннел, поехал туда один, разберешься. Блин, а спецназ... Он может... Не, не может с спецназом поехать. Отчет. Тут молодцы, ребята. Чану пятерочку. Хорошо. Возвращайтесь, блять, нам нужно ехать быстрее. Караул. Ебать, они быстро летят, они летят домой с такой скоростью. Какое здание? Так, за одну секунду. Туда уехали. Вооруженное ограбление. Разобрались, приехали назад. Замечательная работа, замечательно. Что нужно мистеру Ватикусе? Мистер Бойд, город возвращает самый давний конкурент Джим Гейтс. Последние несколько лет он провел в Китае, налаживая работу своих фабрик. Теперь он хочет заполнить город дешевыми подделками, что угрожает каждому бизнесмену Фрибурга. Сейчас он на время остановился в отеле Труколор и планирует купить особняк за городом. Я хочу, чтобы вы показали ему весь ужас правоохранительных органов. Но нужно бизнес, чтобы приговорить ему. Я понял. Угрожать надо кому-то ехать. Бля, если от меня съебутся из этого офицера, я за себя не ручаюсь. Бля, мистер Адамс уверяет, что на землю вот-вот упадет гигант. А, за окном потемнело, метеорит. Это метеорит заслонил с собой солнце. По моей крыше барабанят мелкие камни. Сверхпрочные спутники метеорита. Один из них уже разбил стекло на кухне. Мне нужно эвакуировать семью, пришлите кого-нибудь на помощь. Град, что ли, пошел у тебя? Просто уже как бы к зиме дело. Да будет сегодня передышка или нет? Мистер Ян Козбор, уже награбление. Якобский снял крупную сумму со своего счета в банке и садился в машину, когда к нему сзади подошел мужчина с пистолетом. Он приказал не оглядываться и отдать деньги. Когда он убежал, я все же оглянулся и увидел высокую фигуру в капюшоне, нырнувшую в переулок. Ну, сейчас. Эти на вызове. Езжайте втроем. Ну, что поделать, у меня только так получается. Бытовая проблема, черт с ней. Один ты не поедешь этого, я знаю. Хулиганы пытаются поджечь один из коктейлей Молотова, но зажигалка барахлит. Предложить свою зипа, блядь. Используют огнетушители, блядь. А почему не было использовать огнестрельное оружие? Такой вопрос. Ну, вооруженное ограбление, ничего не... Бытовая проблема. По крыше дома все равно барабанил град, который он принял за кусочки метеорита, а затемнело из-за огромной тучи. Ну... А я тебе что говорил, сынок? Ну тут не успел, убежал челик. Никто не должен был пострадать. Слава тебе, господи. Ну нет офицеров. Жек, эти странные байкеры снова разбили лагерь совсем рядом. У меня нет, мистер Сэн. Нет людей сейчас. Извините, у меня, блядь, завалили экзамены, долбоёбы. Другие долбоёбы разбились, блядь, в автомобиле пьяные. А третьи долбоёбы, блядь, умерли на деле, которое невозможно было умереть. Спасибо за вашу помощь, мистер Бойд. Пожалуйста. Хрень наркотиков. И вот каждое дело теперь все спецна. Бывший повар ресторана в Читане сообщил, что на кухне заведения сортируют и разбавляют героин. Моя подруга схватила перенос этого мусора, что они там смешивают, а хорошо, что эти ублюдки заплатили. И футбольный стадион массовый бесп... у меня голова уже болит. Болельщики закидывают бананами проезжую футбольную команду, которая почти целиком состоит из темнокожих. Судья вынужден остановить матч, пока на трибунах не восстановят порядок. А фанаты, похоже, намеренно успокаиваются. Они распевают российские частушки и зажгли множество фаеров. Ситуация накаляется. Ну, поехали тогда. А, все езжайте. Если что, помощь зовите. Хранение наркотиков в Чайнатаун. Но я не успеваю. Жалобы на шум на кладбище. Пожилая вдова пришла в могилу своего мужа, услышала страшные звуки, хрипы, стоны, шуршания, как будто кто-то лезет из земли. Ну, ясно. Хранение наркотиков. Надеюсь, никто не пострадал. Никто не пострадал. Каким образом, не знаю, блядь. Что поделать? Извините, пожалуйста, мистер мэр, у меня там это... Долбоёб на службе, я не виноват. Нарушение общественного порядка. В парке на... Да в ебанутый что ли, бля, парк Дизайр. В парк нагрянула молодая музыкальная группа «Вагоновожатые». Устроила спонтанный антиправительственный концерт, к которому тут же стянулись десятки зрителей. Ладно, поехали. Поехали. Шок у меня. Тупо шок. Что там? Только виски спасет этот город, ребят. Только виски. Это вообще какой-то ужас. Шиньело-то 26, жалоба на шум. Автозак, конечно. Гей-клуб Unicorn Surf Arcadia. А Ян Казими, пожалуйста, на громкую музыку, которая ночами играет в клубе далеко от дома. Эти странные гомики уже достали всех. Если вы не разберетесь, тут весь район прорывает на части уже. А вот нет людей, пацаны! Преступник пойман, офицеры невредимы. Ну, нормально. Не худший исход.
Сейчас кладбище пройдет. Хрипы, что там хрипы? Звук издавал попугай, жалко залетев... попугай Жако, залетевший на кладбище, вскоре объявился хозяин попугая и забрал его домой. Теперь всегда буду проверять, закрыта ли клетка, пообещал мужчина. Толпы людей пляшут, обнимают все, орут. Вооружиться дубинками, отключить звук, блядь. Смотри, а Чанта справляется пока. Гей-круг пленником... Сейчас туда пострадает, у меня некого, тупо некого отправить. Жалобы на шум. Преступник стрелился, они там в клубе. Гражданский, ну ты смотри, пока про не... Бог миловал. Вообще ужас, просто не день, а ужас. Налейте ко мне вискарика, это страшно. Страшный день. Так, а смена А? Ну там еще более-менее, в принципе. Уже устали? Как вы так могли устать, ребятки? Все зелененькие, кроме вас двоих. Вы там что, потеете, что ли, на службе? Много. 91-й день. Певица Карен Спаркл приедет во Фрибург. Турагент. Жители Фрибурга в основном отдыхают в других странах. Музейный вор разрушил античную статую. Мэри не нравится, что... Ну, извините, мистер мэр, пожалуйста, что так получилось, но людей у меня нет. Одни уроды. Есть, конечно, нормальные ребята. Вот Сесиль, например. Он со мной уже давным-давно. Надо успокоиться. Спокойствие, только спокойствие. Стол, прости. Похороны. Жаль его. Будь здоров. И тебе да-да, дорога. Слот для детектива. Оу, щит, бой! Вот они! Вот они, профессионалы своего дела. Приехали. Надо смену А, срочняк. Здорово, пробежала смену А, сынок. Смена Б. Как сама? Что такое? Подожди, как нельзя? Нужно кого-то помилуй душу. Перес. Я могу тебя как по какой-то причине. Я понял. Кто это, блядь? Кто это? Я его сам нанял? Просто вчера? Так, полицейский участок, нет. Мистер. Безопасное уволение, да. Да не этих, мне нужно Переза. Как это ты здесь? Вы же завалили экзамены, вас же не должно здесь быть. Почему вас так много? Они же завалили экзамены. Я думал, они минус? Прибавка, отлично, офицер, есть, здорово, персонал, секунду, подожди. Так, мне нужны смены, а? Тут, ну как сказать, надо минусить пауэрс, очевидно, но это смена сейчас. Минус пауэрс, законно только надо попросить. Так, подожди, мистер Атикус, мистер, как у вас, услуги корпорации, безопасное увольнение, да, хочу. С этой смены не могу никого прибрать, да? Васильева нельзя. Только с этой смены, я понял. Сори. Другой раз тогда. Так, мафия ваша доля, огромное спасибо, все себе. Шоссе ДТП. Бля, так ну, что-то я думал, их уволят к хуям собачьим. Шоссе 22, водитель предположительно пьяный вылетел на встречную полосу, врезался в фургон, который затем врезался еще 5 автомобилей. Хозяева машин вышли на улицу, начали спойлеры. Ну, понятно, автозак, пакуй всех. Сесиль, бери с собой вот этих вот хуёв сдавших. Чавес бери. И Флауэрс. Если что, вызывай подкрепу. Но я думаю, ты справишься. А детективы? Я не посмотрел. 130. Ну ладно. Да нет, не ладно. У меня не так много дел, чтобы мне были нужны. Вот, вот бабищу бы эту взять, конечно. У меня есть слот для офицера, к слову, один. Но вот куда я хочу ее? Смену А, наверное, я ее хочу, да? Потому что... Нет, смена А это и есть. Это дичайшая смена. В смену Б тогда пойдешь. Ой, в смену Б. Добро пожаловать, девочка. Добро пожаловать. В принципе, ради 210 я разбиваться в лепешку не буду. Я лучше того пацана переподготовлю за 1300, чем уволю этого за 1500. Логично. Многоквартирный дом. Подозрительный невидим. Сотрудник хозяйственного магазина Интерхаус сообщил, что очень подозрительный человек по имени Отис Адамс заказал на дом очень странную комбинацию предметов, из которых легко можно собрать зачетку. У мистера Адамса есть несколько приводов в полицию, в том числе за угрозу взрыва. Нихуя. Стол, Форней и жмыхи. Вперед. Стол взял свою тыщенку, кстати. Рад за тебя, сын. Папа, точнее. Прости, папань. Я могу Стола по возрасту убрать? Начальная школа Фрибурга. Молодая учительница сообщила, что уже несколько дней подряд замечала подозрительный белый фургон, припаркованный рядом со школой. Всякий раз, когда пыталась подойти ближе, фургон уезжал. Я опасаюсь за наших учеников. Томми, поехали со мной. Сделаем дело. ДТП отчет. Всех запаковали. Всех привезли, увезли. Молодцы.
профессионализм растет. А мне кажется, когда проваливали экзамен, они нахуй вообще пропадали из департамента. Представляете, как что у меня в голове творится? Опилки одни. Есть такое. 12 часов дня. Полиция прибыла ко входу в квартиру подозреваемого. Постучать. Мужчина в костюме химической защиты ведет полицию, бросается к тумбочке и что-то судорожно там ищет. Стой, нахуй, не дергайся, сынок! Никто не вредим, замечательно. Парковка мини-маркета. Пятеро подростков попросили сигарету у мужчины. Дай закурить, а тот им отказал, сославшись на их молодость. Дети тут же набросились на него, попали на землю и стали со всей силы и бить ногами. Отсунула официантка, не курит. Это надо ехать, блядь. Это надо ехать. А что там у нас? Кафе, попытка ограбления. Вор кармане хотел незаметно стащить с руки Шерри Миллер бриллиантовое кольцо на то время... но та вовремя почувствовала неладное и уложила преступника в приемном айкидо. Негодяй сейчас лежит без сознания, приезжайте оформлять это дрянь. Нихуя. Так, не-не, сначала Сесиль, бля. Избить нахуй. Избить, блять. Приехать и избить, ясно? Там без сознания челик, езжайте, две бабищи. И посадить всех троих на бутылки, блять. За рулем белого фургона оказалась женщина-курьер, которая парковалась у школы в свой обеденный перерыв. У меня нервная работа, ужасный начальник. Когда она будет завещать медпин, это меня успокаивает. Да ты оборзела, что ли? Мы думали, там уже педофайл какой-то. Ферма. Пока никого нет, извините, потом почитаем. Сейчас Фарней приедет со стволом. И жмыхами. Так, рабочие поздравили на обеденном перерыве, обсуждая вчерашний футбольный матч. Один из них переехал другого трактором. Они совсем с ума сошел, мы еле сбежали. Вы что, дикие, что ли? Втроем съездите. Мне кажется, там четвертый вам ни к чему, когда с вами ствол. Или ствол может попасть под трактор. Не дай бог. Если что, ствол запрашивает там по рации. Всех привезем. Подростки продолжают бить пожилого мужчину, обращая внимание. Ребята, мы тут вам сигареты привезли. На бутылку, блядь! Три парня, заметив полицию, бросаются в разные стороны. Не двигаться, блядь. Видишь, он пластиковая стоит. Садись на нее. Уроды. Попытка ограбления. Всех обезвредили. Молодцы. Молодцы, ребята. Фонтаны, массовая драка. Оу, щит, бро. Какие-то здоровые мужики в полосатых майках залезли на фонтан и стали топить друг друга. Бежать, иначе тут всех перебивают. В полосатых майках залезли в фонтан. Ну, в фонтане в любом случае нельзя ничего быть. Так что нужно их паковать. Но, в общем и целом, похоже на какую-то полосатые майки. Мужики залезли в фонтан. А, блядь, я не выдавать, что ли? И они не топят друг друга, скорее всего. А ну, давай не поедем. В фонтане развились безобидные русские мигранты, в прошлом десантники. Для них купание в фонтане традиция в день воздушно-десантных бойков. Отлично. Отлично. Ну и тут полный порядок. Замечательно, замечательно. Почему мы музыку не слушаем? Мы не сможем слышать прекрасную музыку. Белого русского, пожалуйста. Заверните одного. Ага. Кинотеатр Last Pictures. Несанкционированный митинг. Например, у боевика «Круто сваренная дуа» пришла группа разъяренных женщин, требует руководительства от просто кинотеатра отменить премьеру. Ну, требуют. Значит, проедут, будут требовать за решеткой. Активисты. У меня последнее слово «активист» очень такие, знаете, плохие ассоциации вызывает. Не знаю, до этого активист был нормальным человеком. Ну, а в последнее время всех активистов, про которых я слышал, я что-то не знаю. Не могу сказать, что у меня положительная теперь ассоциация с этим словом за последние несколько лет. Изнасилование. Михаил Мэй увидел окровавленную молодую девушку без одежды, которая пыталась перелезть через забор дорогого особняка. Она кричала и звала на помощь, но вскоре из дома вышел какой-то мужчина и за волосы затянул ее внутрь. Чуть сообщили, что последнюю неделю в особняке отдыхает судовский принц. А? Поехали! Этого, пожалуйста, куркаганом посадить. Угроза взрыва. Мария. Уборщица Мария сообщила, что в приемной сидит подозрительный мужчина, какой-то дерганный, и глазеет по сторонам. Думаю, он шпион или террорист. Сам он худой, а живот у него крупный. Думаю, у него там бомба. А может, он просто пивка попил. Так, Флауэрс, ты на подхвате тут. Если что, нужно будет кинуться туда-сюда. Угроза взрыва. Мы явно не... Женщины жгут постеры фильма с грудастыми героинями в сексуальных позах и кричат: «Сексизм, болезнь нашего общества!» Тут это жирная кричит. Одна из женщин отбилась от группы. Может, жрать меньше будешь просто, а? Одна из женщин отбилась от группы и бросила камень директора кинотеатра, который пытался поговорить с митингующими.
сюда. О! Сестру арестовали! Сестру арестовали! Убегаем! Расходимся! Расходимся! Всех пакуйте! Автосалон Хэллоуин Уилс. Ад на колесах. В автосалон зашли двое мужчин в масках клоунов. Потребовали ключи от самых дорогих автомобилей на витрине. Когда менеджер замешкался, грабители прострелили ему ногу. Нифига. Полиция вызвала посетителей, которым удалось разбить витрину и сбежать. Надо ехать, там пейдей творится. Или кино снимают, одно из двух. Изнасилование, отчет. Ну что, мистер Саудовский принц? Кажется, вы допрыгались, бля. Как дать пить, допрыгались. Ну, угроза взрыва, мэрия же не может взорваться. Че у нас там? Ночной клуб Кинг. Вот как знал, нужно было сначала посмотреть. Поступило сообщение о многочисленных выстрелах. Ну вот теперь Сесилия придется отправлять с не первым классом. Ну все еще надеюсь, ты справишься. Сесилия, бля, прошу тебя, сделай дело. Угроза. Мужчина бы мне казалось, был обычный гражданин, уставший сидеть в очереди на прием к чину. Я же говорю, стол, прости, блядь, перепутал тебя. Ты меня еще за это извини. Надо сработать. Есть все, понимаешь? Есть все, просто сделай это. Just do it. Попытка гона отчет клоунов. А, это не то, да? Так, ну давайте посмотрим, что у нас есть. Женщина вышла, там минус сумочка. Челик с сумочкой побежал, там подошел к машине, открыл дверь, завел тачку, врезался, вышел. Там. Надо подождать, много кадров слишком. Я уверен даже, что здесь порядок не очень сейчас правильный, который я расставил, но пока кадров нет, еще голову морочит себе. Сори, пацаны, тут сами как-нибудь, фу, пронесло. Я каждый раз, когда нажимаю отказать, у меня сердце дергает. Преступник пойман в среднем гражданском. Молодец, Сесиль, молодец. Молодец. Извини, что не отсылаю к тебе людей, у нас просто сейчас нет доступных. Везде стрельба, везде тяжело. А кому сейчас легко, Сесиль? Кому сейчас легко? А то у меня провалил хоть какой-то за... А я вообще, у меня пока... Опа, в клубе маскарад. Все сотрудники посидели в масках, костюмах, но раз спокойно танцуют, слышны какие-то хлопки из глубины зала. Пройти вглубь зала. Музыка замолкает, раздается выстрел, начинается давка. Впереди мелькает парень в хоккейной маске с пистолетом, толкает девушку в костюме белочки, она падает на пол. Вот тут интересно. Ну ладно, минус хоккейная маска. Парень в хоккейной маске убегает на улицу. Я же выстрелил в него. Садится в свой автомобиль и стреляет в копов. Открыть огонь на поражение. А о чем тут вообще разговор? Видишь парня в хоккейной маске с пистолетом, стреляй. Вряд ли это была девочка. У меня был просто вариант, это либо девочка в костюме белочки, у которой он забрал пистолет и стоит, а ее толкнул. Либо это он. Но это, скорее всего, был он. Так, дайте-ка Бейли. Я тебя знаю. А, это та самая 220, бабища. Точняк. Автосалон Хэллоуинс приглашает на демонстрацию спорткаров. Торговля через порт выросла. Вас грабят каждую неделю. Торговля через порт выросла на 60%. Эколог. Уровень разгрязнения воздуха в норме. Ну и все. Порядочек. Полный, мать его, порядочек. Были... Че, охуело, что ли? Я все равно считал захватывающим. Никакого Нептуна, нет. Ты на переподготовку идешь. Меня пригласили в массовку одном ТВ. Нет, ты полицейский. Дегар, пора получить первую лычку, сынок. Так, у нас тут черненькая Old Mirkbo Bridge или Mirkbo Ridge. Не знаю, я не знаю. Но то, что нужно для этого города. Были, не пришла на работу. Миссия от Бога, пригород. Что? Мистер Бойт, я не знаю, ходите ли вы в церковь, но если ходите, вы знаете, что самым агрессивным просвещенным прихожанам мы за смешные деньги предлагаем купить божий порошок. Божий порошок помогает прояснить разум и подготовиться к приходу Антихриста. К сожалению, некоторые заблудшие души стесняются ходить в храм, поэтому коварные враги Иисуса предлагают им поддельный станинский порошок, да еще и демпингуют. Было бы здорово погнать их, как Господь наш Иисус прогнал торговцев из Дома Божьего. Ну, наркоту-то толкать нельзя, но вы вообще нормальный там, да? А давай мы вообще жмыхов каких-нибудь отправим. Вот так. Не, знаешь, что можно еще хуже, но я... Пойдет. Мафия, ваша доля...
пацаны, вам 50% пришел. Прибавочка. Центр города ДТП. Пьяный водитель въехал в автобусную остановку на фургоне, сбив несколько человек, машина заглохла, теперь водитель в нетвердой походке пытается сбежать. Кук. Втроем разберетесь, мне нужен суперэкипаж просто на случай чего-то катастрофического. По поводу биржи труда, детективов новых не появилось, 210 пацан есть, но он мне пока ни к чему. По поводу мэрии, кстати. Через 3 дня запросик можно сделать. Ладно. А, да, Перес, слушай. А, я тебе лучше на переподготовку отправлю, да-да-да. Кража пригород. Пенсионер Фрэнк Ситер жалуется, что у него воруют газон. Где-то раз в месяц кто-то стабильно выстригает мою великолепную траву и куда-то ее уносит. К сожалению, я ни разу не сумел застать этого расхитителя травы за работу. Я бы ему показал тогда, я ветеран. Я людей сотнями отправлял в гробы, я заслужил покоя. Кто у тебя, блядь, ворует газон? Ты что, ебанутый? Его просто... Мистер Бойт, я знал, что вы не меньше меня хотите отсрочить приход Антихриста, в конце концов, его нельзя будет арестовать, не посадить за решетку, а не любые услуги церкви, доступны вам по пониженным тарифам. Также примите лично от меня, епископа Фрибурга, денежную сумму дар. Ебать ты это! Благословить полицейские участки, всех его сотрудников, 25 тысяч на ветер, отпустите их, все грешат, тоже бесполезно, отпевание погибших копов, всех погибших сотрудников, от деньги на ветер, погибших копов заочно, по телефону, бесполезно, прикоснуться к реликвии, прикоснуться туда, тоже дорога, молитва за семью Джека, до свидания, проповедь для сотрудников, прочитает офицером таким... До свидания. Большое спасибо за такие услуги великолепные. ДТП, отчет, запаковали, увезли, молодцы, большие. У парня газон стригут, скорее всего, а он думает, что его воруют. Ну и в любом случае, что ехать на кражу? Газона. Кража газона. Серьезно. В районе рынка увеличилась мэрия, муниципальное количество карманных краж, пресса уже подняла шум, нужно проверить двух офицеров, чтобы оставить видимость полицейского присутствия, поторопитесь, там уже снимают журналисты, понял. Платоник, Пауэрс. Жалко, что Пауэрса, конечно, отправляю. Но надо так надо. Надеюсь, справимся без него сегодня. Хотя он убийца, блядь. Пауэрс, я не думал никогда, что Пауэрс станет убийцей, если честно. А он убийца. Реально, это почти Джиггернаут. Кража, отчет. Газон на участке стриг соседний мальчишка, который в этом просил вместе с Стив. Ну вот. Торговый центр Everyday. Сотрудник торгового центра в костюме помидора рекламировал новую томатную пасту, напугал профессионального боксера Джошуа Дрейка, который с криком набросился на него и начал со всей силы избивать. Прохожие пытались разнять их, но тоже получили несколько ударов, развязалась массовая драка. Надо ехать. Он профессиональный боксер, а мы ему автозак. На одного него. Пускай попробует победить автозак. Автозак против боксера, один на один. Смотрим. Как это так? Нет, я имею в виду... А, да. Перво-наперво, хорошо, что я попал в эту штуку. А им меня подкачало, я попал. Ты на переподготовку жмых. 1300. Это гораздо лучше, чем уволить тебя за полторы. Посмотрим, сколько ты потом получишь. Белого русского. Красная кассета с белым русским. ДТП гетто. Роскошный кадиллак. Подожди, так получается, я помог церкви наркоту ебашить? Своих людей. Они мне дали 75 баксов и бесполезные услуги. Отлично. Роскошный белый кадиллак сбил темнокожего подростка и пытался скрыться с места событий, но не справился с управлением, въехал в столбик. На улицу вышли разгневанные жители района. Но автозак надо подождать, а он не поедет. А у меня есть вообще люди? Ладно, ну Дегар, я очень не уверен, что это... Ну, попробуйте. Тупо попробуйте. Нет, я просто вас отзову. Вы там точно не останетесь у меня. Боксер может вам ебало набить? Простите, надо, наверное, отказаться. Массовая драка. Разобрались. Ну и молодцы. Ну и молодцы. Уайт почти 500. Старушенцы это жарит. Почта, угроза теракта. Сотрудница почты сообщила, что обнаружила письмо с каким-то порошком внутри. На конверте надпись «Гори в аду». Девушка боится, что в конверте возбудитель смертной болезни. О, господи, мы все умрем, а у меня сегодня день рождения. Ну подожди тогда. Может, эти ребята сейчас под крепу вызовут, а эти успеют вернуться. Вот это будет круто. Бля, возвращай. Не успеют, вернее, вернуться. Ни за что в жизни не успеют. Двое мужчин вытащили из кадиллака женщину с окровавленной головой. Толпа не пускает к ней скорую, а некоторые кричат, чтобы копы проваливали. Мы тут сами с ней разберемся. По закону улиц. Ладно, только быстро. Я сейчас вам ебало набью. Из толпы полетели стеклянные бутылки и камни. Прикрыться щитами. Не... Выстрелы в воздух. Побежали отсюда.
по закону улицы не работают. Молодцы, ребята, я не думал, что вы справитесь, но вы молодцы, без автозака разобрались. У грузотеракта на почте, блядь, надо ехать. Кук, Мэтфорд. Да что там может случиться? Закусочная Эдди Бургерс. Мужчина в рыцарском костюме с огромным мечом в руках зашел в кафе, сделал заказ, и, мол, сидел в углу около 2 часов. Когда на него уже просто перестали обращать внимание, он резко встал, взял меч и стал со всей силы размахивать им, нанеся серьезные раны низко. А хули? Он 2 часа ждет заказ. Я так-то на его стороне. Бля, ну я не успею никого отправить туда. Парень просто отомстил нас за свой заказ. Билл Баклер заметил, что на ферму его соседа Дерека Руйерса, который вместе с семьей уехал на отдых, попросил присмотреть за хозяйством, приехал какие-то люди на тракторе. Что? Билл Баклер заметил, что на ферму его соседа... А разве он не умер? Соседа Дерека Руйерса, который вместе с семьей уехал на отдых, попросил присмотреть за его хозяйством, приехали какие-то люди на тракторе и воруют урожай. Там же десяток людей, которые обворовывают моего товарища до нитки, сказал мистер Баклер. И торговый центр Everyday. Нарушение общественного порядка. По торговому центру бродит громадный клоун, который меня до смерти пугает, сообщил безработный дошка. У меня болезнь, есть справка от доктора, он не имеет права меня пугать. Он тебя не пугает. Так, ну, сюда надо ехать туда. Дегар, бери жмышка, научи его чего-нибудь. Если у тебя будет 200, считай, что ты прошел. Хантер и Андервуд. Отчет теракта. У спителя болезни в конверте не оказалось, так коллеги девушки решили разыграть ее в честь дня рождения. Заебись у вас розыгрыши, а там рыцарь зарубил пацана. Хи-хи-ха-ха. Из-за того, что не было офицеров, которые были у вас. Хо-хо-ха-ха, блин. Сумасшедшие клоуны здесь еще гоняют. Выйдя в полицию, подозреваемые засутились, стали кричать на неизвестном языке. Двум женщинам удалось скрыться где-то на ферме. Допросить теленка. Мистер Теленок. Вы находитесь тут присягой, вы это понимаете. Найти укрытие, выждать, пока женщина сами не... Методично все... Искать! Готово. Проблемный клоун оказался промоутером детского парка развлечений, у которого есть полное право находиться в другом центре. Действительно. Че, будем слушать музыку? Давайте поставим на рандом, что вот это давай. О, снова в деле. Там уже мало времени, просто стал думал вообще в принципе не ставить. И давай арена Кристофера. Гэсэнда. Во время выступления легендарного певца Геннара Креспо кто-то бросил музыканта огромный початок кукурузы и разбил ему голову до крови. Мистер Креспо не растерялся, отшутился и предложил выступление. Тем не менее, организаторов концерта взбесила эта выходка. Они требуют изучить записи с камеры и ставить преступника. Мы не выпустим зрителей из зала до тех пор, пока нарушители не задержат. Здесь огромная толпа, так что присылайте своих людей. Идет, черт возьми, вашу работу. У вас там охрана, сука, есть, уроды вонючие, блядь. Что значит, вы не выпустите, пока мы его не найдем? Хуй, блядь, мы поедем. Вы его выпустите через 10 секунд, всех. Ну, мы поедем, конечно. Мы же, блядь, полиция, в конце концов. Делать, черт возьми, вашу работу, сука! Зла не хватает. Что за уроды? Мистер Сент, надо, блядь, там почистить пацанов. Где ваша служба охраны? А? А? Тупой ты ублюдок. Звонит мне еще, говорит, делай, черт возьми, свою работу. Делай, черт возьми, свою, мудила! Готово. Что-то последнее здание прям злость охватила меня. Хотя 15 лет. Священник отметил рост проституции. Актер Молли Хоппер Мануэл Тарбланка объявил об окончании карьеры. Врач эвтаназация должна быть личным выбором каждого. Я на работу. А, нет, я прощаюсь с вами, ребят. Доброго всем ФПС, спасибо, что были со мной. С вами был я, Шус. Это была прекрасная серия в очередной раз. Но последнее здание вообще охуевший в крайке. Всем спасибо, всем пока. Для уважаемых зрителей функционирует магазин ключей для всевозможных игр shoes.pro. За качество отвечаю, господа. А еще, дорогой зритель, мы запустили ураганнейшие футболки с принтами наших персонажей. Все ссылки со всевозможной информацией можно найти в описании под этим видео.